Всем привет! Сейчас лето, то время, когда нам всем хочется на природу. Но погода диктует нам свои правила. Поэтому сегодня я вам расскажу, как приготовить полуизысканное, полупоходное блюдо, которое называется ленивая лазанья с тушенкой. Кстати, пиши в комментариях, какое блюдо лучше всего подходит для похода. Лазанья – это традиционное итальянское блюдо. Основным ингредиентом нашей лазаньи сегодня будет тушенка. Погнали! Ставь на паузу и записывай ингредиенты. Мелко нарезаем и обжариваем лук, затем добавляем к нему тушенку, томатную пасту и прогреваем 2-3 минуты. Нарезаем лаваш по размерам формы для запекания и кладем его туда. Сверху распределяем начинку и так в несколько слоев. Это очень увлекательное занятие, поэтому следите, чтобы сверху вашей лазаньи был лаваш, а не начинка. Смешиваем сметану с яйцом, затем добавляем тертый сыр. Получившуюся массу распределяем по поверхности лазаньи. Запекаем в духовке примерно 15 минут, пока верхний слой не станет золотистым. Достаем лазаньи из духовки. Готово! Наша лазанья получилась очень аппетитная. Полупоходную, полуизысканную лазанью лучше всего подавать с травами, ну и спальным мешком. Подписывайся на канал, пиши в комментариях, какое блюдо лучше всего подходит для похода. Пока!